Когда разбираешь технологии построек и методы древних египтян, то всегда нужно учитывать одну важную вещь. Египетская цивилизация возникла и процветала в течение долгого времени исключительно вдоль берегов огромной реки. Причем реки с весьма суровым характером. Волей-неволей египетскому народу приходилось не только развивать кораблестроение и навигацию, но и укрощать Нил, использовать все ресурсы реки настолько, насколько им позволяло их развитие в то время. С ранних периодов своей истории египтяне научились делать суда, со временем их усложняя. Они строили дамбы, рыли каналы и создавали искусственные водоемы. Именно благодаря реке они смогли перемещать огромные массы камня на большие расстояния, а по вырытым каналам доставлять их непосредственно к месту строительства. В трудах «География» античный историк и географ Страбон пишет, что Абидос, где расположен дворец Мемнона, построен в уникальной манере, целиком из камня. У него есть фонтан, расположенный на большой глубине. Есть спуск к нему через арочный проход, построенных из цельных камней огромных размеров и высокого мастерства обработки. Существует канал, который ведет к этому месту от Великой реки. Но о каком же канале говорит античный историк? Почему Ассирион постоянно затапливается водой? Рассмотрим, к каким результатам приходили исследователи памятника. Несложно догадаться, что речь идет о строении, которое находится прямиком за храмом Сети I и на 8 метров ниже его уровня. Ассирион был обнаружен археологами Хильдой Питри и Маргарет Мюррей, которые вели в раскопки в Абидосе в начале 20 века. Полностью памятник был расчищен от песка через 10 лет. Этот монумент сложен из огромных каменных блоков, в основном серого гранита, с превосходной обработкой и по своему стилю совершенно не похож на окружающие постройки 18-й династии. Эдуард Навиль пишет, что стиль, размер материалов, полное отсутствие каких-либо орнаментов – все указывает на очень глубокую древность Ассириона. Действительно, если присмотреться, то строение камеры очень напоминает погребальные помещения некоторых пирамид. Мы не будем углубляться в описание самого святилища, а попробуем разобраться, как оно связано с подтоплением. Египтологам, которые исследовали Ассирион в 20 веке, были поставлены задачи, среди которых выявление наличия либо отсутствие архитектурной связи между Ассирионом и храмом Сети и изучение природы поступления воды в пространство Ассириона, так как он периодически заполнялся водой. После изучения были сделаны предварительные выводы, что вода поступает в Ассирион естественным образом из водоносного горизонта, простирающегося под определенными участками пустыни. Исследования показали, что храм Сети частично построен на твердой скале, а частично на обломках, заполняющих глубокую канаву в скале по центральной оси храма и занимающей треть его ширины. Это предполагает, что под храмом может находиться древний водопровод, соединенный с Ассирионом. После реставрационных работ по укреплению западной части храма не было обнаружено никакого соединительного прохода или лестницы, связывающей эти два здания. Исследованиями в начале 20 века были определены новые размеры центрального острова Ассириона, который оказался на 15 метров ниже его поверхности, что яма, в которой находится святилище Осириса, оказалась намного глубже, чем считалось ранее. А во время возведения Ассириона она частично захватывала территорию, на которой находится храм Сети I. Гидрологические исследования показали, что вода в Ассирионе является питьевой, так как пески в водоносных горизонтах служат своего рода фильтром. Похоже, что вода, протекающая под храмом Сети, исходит из подземного источника, который находится на уровне фундамента Ассириона.
Поскольку общая глубина святилища Осириса ниже, чем считалось, можно сделать вывод, что оно было построено во времена, когда подъем Нила был достаточно низким, чтобы иметь возможность отвести воду до уровня поверхности фундамента. А это могло быть более 5000 лет назад. Именно по этой причине предполагается, что Осирион может являться самой древней известной каменной постройкой в Египте. После многолетних реставрационных работ казалось, что храм Сети наконец-таки был в полной безопасности, но по завершению строительства Суанской дамбы подземные воды стали подниматься до такой высоты, что Осирион был постоянно затоплен, и фундамент храма Сети снова подвергся опасности. Старые трещины в стенах и колоннах стали расширяться, и появились новые. Поэтому уровень грунтовых вод на всей территории Абидоса должен был быть тщательно изучен для того, чтобы установить его влияние на фундаменты храма Сети и Осириона и произвести соответствующие работы по защите памятников. В конце 20 века, после геологических исследований, полученные результаты предлагают новые интерпретации источника грунтовых вод в пределах Осириона, который связан не с Нилом, а с водоносным горизонтом, сформированным 5-10 тысяч лет назад в геологическом слое Кена-Сенс, который простирается с восточной стороны западной пустыни в сторону долины Нила, и уровень воды в этом водоносном горизонте непредсказуем. А стоит отметить, что очень вероятно по этому каналу доставлялись гранитные блоки для Осириона и песчаниковые для храма Сети. Уоллес Баш в своей книге «Воскрешение Осириса» пишет, переводя книгу мертвых и древние тексты. Колодец или резервуар находился на пути Абидосского канала, а назывался он Ха-Хетепет. Вода в нем неистово бурлила, вызывая великий рев. Бог, охраняющий колодец, звался Ка-Ха-Хетеп и никому не позволял приближаться к этому месту. Колодец этот упоминается в текстах стелы времен Среднего Царства, когда его обновляли или реконструировали. И в тексте говорится о том, что сооружение было построено по приказу бога Гора. Также о его существовании упоминает и Страбон в описании некого дворца Мемнона, говоря, что на очень большой глубине имеется спуск к воде, а канал ведет к Нилу. Сооружение, которое описывал Страбон и называл дворцом Мемнона, не могло быть храмом Сети I, как считал Мариет, а предположительно являлось храмом Осириса. Несмотря на тысячелетия, построенная древними строителями водопроводная система, подводящая воду в Осирион и обеспечивающая ее циркуляцию, а следственно и чистоту, функционирует до сих пор. Работа по изучению канала Страбона продолжается как исследователями проекта ИСИДА, так и учеными Министерства древностей.